Привет, с вами Артур, и сегодня я буду показывать вам пасхалку из игры Ведьмак 3 Дикая Охота. И она находится в данной области, и я покажу вам ее даже на карте. Давайте же посмотрим, где мы находимся. Мы находимся в Велине, в ничейной земле. И вот, видите, вот тут рядом Нильфгардский лагерь, вот этот вот, где их армия огромная, там вот эти проклятые чернозады. Так, и сейчас, так, тут топи идут, где ведьмы, ну вы, наверное, знаете уже. И по правой стороне, где уже начинается мир драконов, ну, это специально так сделали, чтобы люди дальше не заходили. Но так это вообще никак не отражается, вас просто закидывают обратно на эту же карту. Ну и ничего такого не несет. Вот, мы находимся здесь. На трактат Кримбольта. На тракте Кримбольта. И мы сейчас вот пойдем по берегу. То есть берег по правой стороне от нас будет. Мы идем прямо, поворачиваем направо. Идем сюда. И здесь развилка. Странно, ведь тут ничего нет, скажете вы. Ну, тут немножко деревьев, но это ничего не меняет. Тут даже лодка есть, но от этого лучше не становится. Так что просто мы зайдем сюда. Мы не пойдем в село Баньковое. Мы пойдем направо, где маленькая такая дорожка. Так что сейчас вы сами увидите эту пасхалку. Отдохни. Так, извиняюсь. Так, и вы, наверное, спросите, на что же эта пасхалка, Артур, скажи нам. И я скажу вам, на что это пасхалка. Это пасхалка на известнейшее английское... Да, я бы сказал даже, английское шоу под названием «Летающий цирк Монти Пайтона». А, воздушный цирк, во, воздушный. Не летающий, а воздушный. Там, если забьете в интернете, посмотрите. Так вот, тут эта самая лодка, тут утопцы проклятые. Я даже с ними связываться не хочу, просто идите вы в баню, попаритесь немножко. Так, и мы... Вот на этой развилке, вот она идет туда дорога. Я не знаю, каким боком мы проехали поворот. И мы подходим сюда. А точнее, это ссылка... Отсылка, точнее, пасхалка. Вот, видите, тут кости. Все так плохо. Прям жуть. Вот. И белый заяц бегает, да? Вот вы спросите, почему тут белый заяц и кости, и вообще и мясо такое. И вход в пещеру, да? Интересно же. Так вот, это пасхалка... к фильму «Монти Пайтон в поисках священного Грааля», и это тот самый кролик-убийца, который охраняет вход в пещеру Кайр-Банор, вроде, насколько я, если я не ошибся. Так вот, это вот отсылка к «Монти Пайтону» такая вот у нас есть тут. Давайте вот я по-быстрому заскриню даже. Мне самому интересно, потом, если что, повкладываю скриншоты в Steam, если там заходите на страничку на мою, если вам интересно. Вот, заяц, тут вот арены можно взять, и, может, тут еще какие-нибудь есть приколы, там, хотя бы мечи, там, короля Артура или так далее, кстати. Так, ну и давайте мы прихлопнем этого гребаного зайца. Да вы что, он еще... Что у меня там... Ну, что у меня за стрелы-то? С огнем с каким-то. Ну что, паскуда? Ну блин, вот ты гребаный заяц, а. Убил ты, блин, брата Бернарда, да? Еще там каких-то. Блин, короче, он неубиваемый, ребят. Он просто. Ну просто все. Он такой вот. Просто все конченый. Кончился. Так, ладно, выпьем ласточку, не знаю зачем. Вот, вход в пещеру Кайр-Банор, поэтому я возьму факел. И мы идем внутрь. Будем собирать местные грибы. Я не знаю, зачем нам грибы. Только для ведьмачьих зелий. Что с ним еще Геральт вытворяет, я уже не в подробностях, ребят. Так, ну вроде бы отсылка к Монти Пайтонам показана, но мы идем дальше по пещере. И черт знает, что, к чему нас приведет этот проход. Не зря же его тут запилили разработчики.
Тут, может, есть что-то интересное. Надеюсь, тут нет 10 там кроликов-убийц по силам, как белые волки на скеллиге, потому что это будет вообще как-то не очень. Только будем успевать уворачиваться и получать. Так, опять грибы. Слышите какой-то звук, да? Вот. Ага, вот тебе и мертвый человек. Точнее, уже откинувшийся труп. Так странно, что он тут делает, а? Кости-то обглоданы давно, он тут прям под дерево. Под... Что это за дерево такое, а? Что это такое за... Ё-моё, что такое? Давайте посмотрим. Топор, топор, какой нафиг топор? Вы прикалываетесь, что ли? Вот... Чёрт у тебя. Может, это священный топор, я даже возьму. Может, что-то изменится. Грызаная лошадь, ребят. Все, и что тут еще есть? Почему этот ящик пуст? Почему? Не, насколько я помню, вроде Карбонор пещера, она не такая. Насколько я помню, конечно. Ладно, пойдемте выбежим. Может, что-нибудь изменилось даже. За это время пребывания нас здесь. Там город как-то был, что ли? Нифига, это просто недостаток освещения от факела. Я мог бы выпить зелье, но как-то не знаю, ладно, просто. Так, и вот мы выходим в этот бренный мир, который, я не знаю, превращается в серый, потом в белый. Не, я про небо имел в виду. Вот, проклятый заяц, а! Чтоб тебя сожгли на костре. Я тебя, кстати, парализовал. На, получай. Ребята. Нет, он еще жив. Проклятое отродье. Гребаный заяц. Тебя еще ардом утоплю. Блин, тебе пофиг, что ли? Блин, мне жалко. Все, давай, вали отсюда. Заяц. Ты, блин, грёбаный убийца. Почему ты не погибаешь, а? Точнее, не отлетаешь. Проклят тебя, походу. Может, бомбой? Господи. Что-то из меня малина пошла и ушла. Так, ну ладно, с ним все понятно. Вот вам и была пасхалка, ребят, на кролика. А точнее на пещеру, а точнее отсылка к фильму «Монти Пайтон в поисках священного Грааля». Обязательно посмотрите этот фильм, он 70 какого-то года, но он прикольный. Там такой юмор, конечно, ребят, английский, и вам понравится, я думаю. С вами был Артур, всем пока, подписывайтесь на мой канал, если вам понравилось видео. Там уже что хотите дальше, там лайки ставьте, комментарии пишите. Просто там раскидывайте своим друзьям. Если им будет интересна данная тема. Про всякие пасхалки или прохождение определенных игр, то вы мне пишите ВКонтакте, там в группу оставляйте, там в беседах, еще что-нибудь. Составляйте беседы. Что хотите делать, ребята? Вот просто создадим наше комьюнити. Вот. Большое такое комьюнити вот с этим зайчиком, который... Проклятый заяц! Господи, бедная черепа, что я делаю? Так, ну... С вами был Артур. А, ну и да, еще и подписывайтесь на наш блог. Мрух Эвент. Короче, ребят, все ссылки сверху там, прям на баннере, где Артур Глюк и кот Джокер такой, прям прикольный, няшный котик. Там все будет, ребят, все ссылки, все отсылки, все, что хотите. О, господи, черный заяц, ты ж, блин, наверное, его не сосед. Это, наверное, из... Ну, погоди. Да нет, он бы убежал. Ну, такой вот жестокий я человек. Я, вообще-то, против звериного насилия. Только в качестве самообороны можно. Так, ну... Тогда... Что такое вам сказать еще? А сказать-то что? Сказать больше нечего. Так что... Там... А, да, кстати, у нас проходит конкурс на блоге. Будет раздача игры Orcs Must Die 2. Если вы интересны... Ой, простите. О. Простите, извиняюсь. Если вам будет интересно, то участвуйте в раздаче. Ладно, всем пока. С вами был Артур уже окончательно.
Всего хорошего, всем добра, играйте только в хорошие игры, такие как Ведьмак 3. Всем удачи!